Всем привет, дорогие друзья! С вами Вышибик, и мы играем в игру под названием Код Ребус. Хочу сразу сказать, что видео снимается для канала Иры ВКонтакте. Погнали! Что это? Мышь и рядом як. Где мышь як? Як. Вписали и ответ. Ура! Котенок получил... Да. Котенок получил рыбку. Так. Продолжим. Кухня. Что-то из кухни. Сейчас выберем... Это, наверное, уж. Правильно. Что это тогда такое? Измучок электричества. Честно говоря, я не знаю. Это что такое? Так, тут не каскрин. И опять котик получил рыбку. Продолжить. Теперь. Red. Правильно? Или Redis? Честно, не знаю. Да вроде же. Это что такое? Тут тоже кат. Что это такое? Дошло! Квадрат. То есть мы видим, что тут у нас квадрат. Наверное, я не знаю, что это. Нет, странно. Очень-очень странно. Вот тут мы отгадали, что это мышьяк. Тут мы тоже отгадали. Что это может быть? Вроде как и нос. Понятия не имею. Больше это говоря, в принципе, по-честному, мы отгадали только одно слово. Игра очень сложная, серьезно, что реально, не знаю, может это я реально тупо не могу догадаться. Ну, не знаю. Кат. Ред. Что же, дорогие друзья, к сожалению, время закончилось на видео. И я должен с вами попрощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вышибит. И вы смотрели обзор на игру Код Ребус.